Всем привет! Меня зовут Ирина Маркелова. Я участвую в проекте Fall World 2013 года. Наш проект в ноябре этого года отметит уже 10 лет. Деньги я получаю каждый день. Вот моя история операций. Осень началась просто жаркая. Смотрите, каждый день мне идут переводы. Сегодня я оказала финансовую помощь. Проплатила одно место в марафоне. У меня их несколько мест, поэтому, чтобы не было накладно в один день, я проплачиваю места периодически. Вот мои переводы. 5, 10, 15 долларов, 1, 2, 3 доллара. И так происходит каждый день. Часть денег вот я оказала финансовую помощь, потому что нужно не только ее получать, но и самому оказывать. И часть я буду сейчас выводить себе на карточку. Заходим в мониторинг обменников. Выбираем в левой колоночке Pair USD. В правой колоночке выбираем Visa MasterCard рубли. Смотрим на балансе. Пару долларов оставлю, где-то 78 долларов я выведу. Курс у нас 69 долларов. Смотрите, вот эти меняют от 145, поэтому мне этот не подходит. Я буду менять 78, вот этот мне подходит. И дальше курс уже меньше, меньше и меньше. Здесь мы пишем сумму. В моем случае 78. 5365 рублей. Здесь я пишу фамилия, имя, отчество, ваш номер карты, email и телефон. И потом совершить обмен. Все, переходим к оплате. Выбираем USD. Лучше, конечно, дождаться, чтобы вам пришло поступление на почту, и проверяйте номер карты. Нажимаем подтвердить. Вот и все. И ждем, пока мне поступит оповещение. Здесь вот будет написано, заявка принята в обработку, и будет написано, что статус уже завершен. Свою реферальную ссылочку я оставляю под видео. И тут же сейчас подожду, и потом к видео приложу скриншот вывода на мою карточку. Всем пока!